Здравствуйте, дорогие ребята! Добро пожаловать, Дуняша, в гости! Добрый вечер! Ребята, я приготовила для вас несколько интересных загадок. Хотите, поиграем? Конечно, Дуняша! Загадываем мы с ребятами и быстро угадаем. Правда, друзья? Ну, хорошо. Тогда слушайте первую загадку. Пустые поля, мокнет земля, дождь поливает. Когда это бывает? Это бывает осенью. Правильно, Дашенька, молодец. Слушайте еще одну загадку. Несу я урожай, поля вновь засеваю, птиц к югу отправляю, деревья раздеваю, но не касаюсь сосен и елочек. Я? Осень. Молодцы, правильно отгадали. Конечно же, это осень. Ну и еще одну загадку. Утром мы во двор идем, листья сыплются дождем, под ногами шелестят и летят, летят, летят. Когда это бывает? Конечно же, осень. Правильно, Даниил. Умнички, все загадки отгадали правильно. А теперь давайте-ка мы назовем все приметы осени, которые повстречались нам в этих загадках. Поля пустые, льет дождь. Так, и еще. Урожай вес собран, птицы улетают на юг, из деревьев опадают листья. Только сосны и елочки стоят зеленые, все это бывает осенью. Правильно, мои хорошие. Действительно, осень раздевает все деревья, кроме сосен и елей. А почему? Сейчас вы узнаете. Об этом нам расскажет стихотворение поэта Орлова. Слушайте. Почему не спится елкам с наступлением осени? Почему они иголки на зиму не сбросили? Им зимою не до сна, вдруг заблудится весна. Снег кружится над землей, тропки занесенные. Вот и светятся зимой огоньки зеленые. Какое веселое стихотворение! Дуняша, скажи, а звери в лесу готовятся к холодам? Еще как! Конечно! Все животные получили осенние задания и теперь справляются с ними. А вот как? Мы сейчас узнаем. Слушайте! С утра в лесу над нитью серебристой хлопочут паучки-телефонисты. И вот уже от елки до осинки, как провода, сверкают паутинки. Звенят звонки: «Внимание, внимание! Послушайте осеннее задание!» «Алло, медведь, вы слышите?» «Да-да, уже не за горами холода. Пока зима не подошла к порогу, вам нужно срочно подыскать берлогу». Звенят звонки у белок и ежей, от верхних и до нижних этажей. Проверьте поскорей свои кладовки, хватает ли припасов для зимовки. Звонят звонки у старого болота, у цапель все готово для отлета. К отлету все готово, в добрый час, в апреле снова ожидаем вас. «Алло, зайчата!» – слышится из трубки. «Идет зима, скорей меняйте шубки!» Звенят звонки у липы и у клена. «Алло, скажите, кто у телефона?» «Алло, у телефона муравьи!» «Закройте муравейники свои!» «Скажите, это речка?» «Речка, речка!» «А почему для раков нет местечка?» И речка отвечает: «Это враки, я покажу вам, где зимуют раки!» «Алло, ребята! Добрый день, ребята! На улице уже холодновато, пора для птиц вывешивать кормушки! На окнах, на балконах, на опушке! Ведь птицы – наши добрые друзья! А про друзей нам забывать нельзя!» Оказывается, осень для всех приготовила задание. Даже ребятам есть чем заняться – готовить кормушки для птиц. Да, ведь птички – наши друзья! Это, ребята, вы верно заметили. Молодцы! В холодное время года птичкам очень нужна наша поддержка и помощь. Поэтому мы должны позаботиться о птичках и сделать кормушки. А сейчас я предлагаю всем отдохнуть и посмотреть интересный мультфильм. А я сяду в середину ели.
Одно крыло постелю, а другим оденусь. Меня никакой холод не возьмет. Вы как хотите, а я стану избу строить. Вот настоящая зима настала. Мороз злющий. Юга лютая. А бык избу соорудил. Хоть и кривенькая вышла, зато не дует. Пусти, брат, погреться. Нет, баран, у тебя шуба теплая. Ты и так перезимуешь. А коли не пустишь, то я разбегусь и вышибу из твоей избы бревно. Тебе же холоднее будет. Ладно, заходи. Что с тобой делать? Пустите, братцы, кости отогреть. Страшно, как замерз. Нет. Ты в землю зароешься и так перезимуешь. А не пустите? Я рылом подрою. Да твою избу сворочу. Будь по-твоему. Проходи, гостем будешь. Спасибо. Всю жизнь помнить буду. Пусти бык и меня к себе погреться. Видит бык, тесновато в избе. Нет, не пущу. У тебя два крыла. Одно постелишь, другим оденешься, вот и перезимуешь. Ах так! Вот возьму, взлечу на чердак, всю землю с потолка сгребу. Ой, пожалеешь! Кое-как разместились все в избе. А чтоб не скучно было, песню запели. Вместе все же интереснее, вместе все таки теплей. В теплом месте даже песни кукарекать веселей. И мычать, и блеять, хрюкать. Вместе все же веселей. Вот и подошла к концу наша передача. Мы прощаемся с вами, ребята, но ненадолго. Спокойной вам ночи. Пусть оберегает вас ангел-хранитель. Вдыхает сладость.